смартфон Xperia S – это первое устройство, выпущено компанией Sony после прекращения сотрудничества с фирмой Ericsson. Их дуэт произвел множество запоминающихся моделей, которые и по сей день отличаются высоким качеством. Теперь же отдел, который занимается телефоностроением, получил название Sony Mobile. На выставке CES 2012 состоялся дебют новой линейки NXT с флагманской моделью Xperia S. Одним из основных ее достоинств является HD-экран и 12-мегапиксельная камера. И вот стартовали продажи новинки и у нас в Украине. Все подробности о данной модели вы сможете узнать из нашего обзора. При разработке своего смартфона Xperia S производитель старался придерживаться японского принципа «mono no aware». Он учит постигать очарование вещей вокруг. И дизайн новинки получился завораживающим. В отличие от прошлогоднего флагмана Xperia Arc, данная модель получила более строгий и сдержанный стиль. Одной из особенностей NXT-серии является оригинальная прозрачная вставка под экраном, выполненная из поликарбоната. Прямо над ней размещены три сенсорные клавиши управления, обозначенные небольшими точками. Такой минималистический и простой стиль получил название «Iconia Design». Для еще большего комфорта во время использования корпус смартфона оснастили soft-touch покрытием нового поколения. По сравнению с прошлогодним флагманом изменилось и расположение интерфейсов. Аудиовыход для наушников переехал на верхний торец, что не может не радовать. Около аудиопорта находится клавиша включения, которая также блокирует аппарат. Качелька изменения громкости находится практически посредине правой грани. По разные стороны от ее размещены кнопка активации камеры и HDMI-выход. Противоположное ребро отведено только для порта microUSB. Оба интерфейса скрыты под специальными заглушками, дабы сохранить строгий стиль устройства. С тыла сосредоточились объектив камеры и встроенная вспышка, системный динамик и дополнительный микрофон для подавления шумов. Сняв заднюю крышку, вы получите доступ к слоту SIM-карт. Извлечь аккумулятор здесь нельзя. Также отсутствует возможность использования дополнительных модулей памяти. Но это не проблема, ведь на борту новинки имеется 32 гигабайта свободного места. Лицевая сторона практически полностью спрятана под защитное стекло. Под ним находится фронтальная камера, индикатор состояния и дисплей. Только для разговорного динамика в качестве исключения было сделано отверстие. Диагональ экрана Reality Display составляет 4,3 дюйма. Но главное его достоинство – это HD-разрешение. Плотность пикселей составляет 342 точки на дюйм. По данному показателю новинка опережает iPhone 4S и HTC One X. Емкостный экран с поддержкой функции 10-точечного мультитача превосходно и послушно реагирует на прикосновение, а специальная технология No Air Gap позволила удалить воздушную прослойку между стеклом и матрицей, тем самым значительно улучшив четкость изображения. Дополнительный программный модуль Mobile Bravia Engine способен повысить качество картинки во время работы с графикой. Смартфон Xperia S работает под управлением операционной системы Android 2.3.7 Gingerbread. Производитель обещает в скорости обновить ПО данной модели до Ice Cream Sandwich 4.0. Данная модель получила 7 тем для оформления. При этом каждая из них прекрасно подходит под общий стиль гаджета. Заметно улучшилось меню настройки рабочих столов и виджеты. Последние красиво разворачиваются, предоставляя детальную информацию о том, что вас интересует. Среди фирменных программ в первую очередь стоит выделить Timescape. Данный софт собирает все обновления ваших друзей в социальных сетях, работает с электронной почтой, телефонной книгой и многими другими службами. Браузер претерпел только косметические изменения, при этом сохранив всю свою былую функциональность и быстроту. Во всем остальном сохранился привычный набор программного обеспечения Android. Пользователю доступны карты, календари, электронная почта, GPS, новостные ленты, файловый менеджер и многое другое. При наборе текстовых сообщений можно использовать различные режимы автокоррекции. Также имеется поддержка функции Swipe.
Еще одним значимым достоинством новинки является 12-мегапиксельная камера с поддержкой технологии Fast Capture. Установив соответствующие настройки, вы сможете получить мгновенный снимок сразу после нажатия клавиши съемки, даже если аппарат заблокирован. Кроме максимального разрешения в 12 мегапикселей, здесь имеются два дополнительных 9,2 мегапикселя. Как и в прошлых моделях, здесь имеется возможность создания 3D-панорамы. Появилась возможность съемки многоракурсного обзора. Система умеет записывать Full HD видео. Есть возможность съемки в HD качестве, которая идеально подходит под разрешение дисплея. Имеется функция распознавания условий съемки лиц улыбок. Доступны и ручные настройки. Благодаря использованию фирменного модуля Exmor R все ваши кадры получат естественные цвета и низкий уровень шума даже при съемке в сумерках. Помимо этого, хотелось бы отметить уверенную работу автофокуса. В целом камера оставила только наилучшие впечатления. Превосходную производительность новому Xperia S обеспечивает двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM8260 с частотой 1,5 ГГц. За графику здесь отвечает ускоритель Adreno 220. В тандеме с новой операционной системой от Android устройство способно обогнать очень достойных конкурентов. Оперативной памяти здесь предусмотрено 1 ГБ. Пользователям доступно только 600 ГБ. Но этого с головой хватает для комфортной работы с мощными и требовательными играми и приложениями. Объем накопителя составляет 32 гигабайта. Новый смартфон получил модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC с поддержкой фирменной технологии Xperia Smart Tags. Последняя позволяет выполнять определенные действия при касании к метке. Мощная начинка аппарата сказалась на времени его автономной работы. Аккумулятора емкостью 1750 мАч хватает практически на один день. Радует наличие режима энергосбережения. Новый смартфон Sony Xperia S выдержан в лучших традициях японского разработчика. Превосходный дизайн хранит в себе простоту и отточенную строгость, которая просто завораживает. Крупный HD-экран выдает четкую и живую картинку с природными оттенками. Встроенная камера является одной из лучших среди всех представленных смартфонов на OS Android. Богатая начинка позволяет выжимать максимум из каждого приложения. В целом Xperia S является удивительной моделью с множеством сильных сторон. Остается только похвалить японского производителя, который не перестает самосовершенствоваться.